Теперь, после того, как мы поговорили об особенностях православного богословия, о характере богословия, на примере того, как говорится в православии о Боге, подходит время поговорить об источниках православного богословия, то есть о том, на чем богословие основано. На самом деле такая вот постановка вопроса, это постановка вопроса во многом западная, постановка вопроса предполагающая нужду в некотором авторитете. Ну, раз мы западные люди и где-то может быть со стра западной стороны рассуждаем о православии, нам без этого не обойтись. Для нас, как для западных людей, очень важен вопрос, где те авторитетные источники, из которых православное богословие православное черпает свои идеи. Любопытно, что читая православные книги, вы не найдете подробного обсуждения а, такой темы. И особенно в старой православной литературе вопрос об авторитете не затрагивается. Там просто есть некая давность, исходя из которой строится все остальное, но тем не менее, переходя, собственно, к вопросу об авторитете. Может быть, нам легче всего будет здесь сориентироваться, если вспомним о пока что западном споре о соотношении между писанием и преданием. На Западе во время реформации был достаточно острый спор об источниках богословия, вот об тех авторитетных элементах, из которых потом мы все остальное можем построить было в качестве одного источника священное писание, в качестве второго источника предлагалось предание, ну, прежде всего, если говорить о временах реформации, о самом споре, предание католической церкви, которая регулировала многие-многие стороны в жизни церкви и предлагала многочисленные католические учения. Ну, не знаю, например, чистилище, да? Тема совершенно отсутствующая в священном писании, но католики верят, что человек после смерти, ну если уж не стало так катастрофично, чтобы ему отправиться в ад, отправляется в чистилище, некоторое время там мучится для искупления своих грехов и потом идет в рай. И помните, во время реформации, с чего, собственно, началась вся проблема, это индульгенции, которые помогают избавиться от чистилища, и вопросы лютера об индульгенциях. Так вот, как соотносятся между собой два эти источника авторитета Писание и предания. А у католиков все просто: католики верили, что есть два авторитетных и самостоятельно существующих и восходящих к, там, к апостольским временам источника Писание и предание была попытка отказаться от предания вообще так называемой радикальной реформации, в основном связанная с анабаптистами. То есть анабаптисты настаивали на том, что единственный источник, единственное руководство для жизни церкви – это Писание. Других источников нет. Вот взял Писание, как истолковал, так и правильно – а любопытно, что среди радикальных реформаторов возникали с нашей точки зрения странные идеи достаточно часто. Ну, например, многие из них отрицали Троицу. Ну, в Библии же ничего про Троицу не сказано, напрямую ничего про Троицу не сказано. И если вот так напрямую про Троицу прочитать не получается, то почему, собственно говоря, мы должны в нее верить? Поэтому был и третий подход к той же самой проблеме, а именно так называемая магистрская реформация, которая считала источником авторитета писание, но также и признавала традиционные, вытекающие из писания толкования. То есть предание, имеющее не самостоятельное происхождение, но предание как осмысление имеющегося писания и в этом смысле проверяемое писанием поэтому вот спектр западных мнений два источника авторитета единственный источник авторитета и, а, а, и один источник авторитета писания и вытекающие из него предания и в этом отношении интересно было бы задать вопрос, просто на фоне вот этих вот западных споров об источниках авторитета, интересно было бы задать вопрос, ну хорошо, а где в этом спектре возможных вариантов мы можем найти что-то подобное в восточной церкви? Так вот, нигде. Потому как Восточная Церковь, ну вообще-то не задается вопросом об авторитете вообще, и помните, для нее истина это скорее причастность, чем какие-то логические формулировки. Но если, если уж нам нужна какая-то картина, то главная картина Восточной Церкви есть только один источник авторитета — предание. Описание и все остальное это просто некие частные случаи и частные выражения единого источника, то есть предания. Так что все в жизни Восточной Церкви определяется преданием. Но нам очень важно понять что подразумевается под преданием, когда в Восточной Церкви, что подразумевают православные, когда произносят вот это вот слово «предание». Я вам прочитаю небольшой текст из Лоскова. Мы уже вспоминали этого богослова, еще не раз вспомним. Он такой удачный систематизатор православного учения. И вот он пишет. «Предание не следует искать на горизонтальной линии преданий, которые, так же как и Священное Писание, находят свое определение в Слове. Если же мы хотели бы, тем не менее, противопоставить предание всему, что представляется реальностью Слова, то надо сказать, что предание – это молчание. И чуть дальше. Хотя необходимо различить то, что передается, устные и письменные предания от того единственного способа, которым эта передача в Духе Святом воспринимается, предание как основа христианского познания, все же эти два момента друг от друга неотделимы, отсюда и внутренняя нерасторжимость самого термина «предание», который одновременно относится и к горизонтальной, и к вертикальной линии истины, обладаемой Церковью. Я понимаю, что достаточно сложный текст, и, но мы попытаемся разобраться и увидеть, что именно Лоски имеет в виду. Он говорит о двух выражениях, двух преданиях. Он говорит об единственном предании, которое он называет вертикальным, которое не выражается в слове и которое он даже... Таким загадочным термином определяет предание ⁇ это молчание. И потом говорит о многочисленных преданиях, находящихся на горизонтальной линии. Наверное, нам надо попробовать это нарисовать. Итак, есть церковь. И есть некая вертикальное предание. Предание, причем Лоский пишет это с большой буквы. Предание невыразимое в слове. Предание, если хотите, как молчание. И есть многочисленные выразимые в слове предания. Где-то среди этих многочисленных преданий есть и Писание. Есть там догматическое предание, каноническое предание и так далее. Но важно понять эту картину. Когда православные говорят о предании, то они разграничивают несловесное, вертикальное предание, получаемое церковью и многочисленные словесные горизонтальные предания. Без вот такого разграничения нам трудно будет понять, о чем же вообще идет речь, когда в православной литературе, в православном богословии заходит разговор о предании и преданиях. Что касается вот этого вот вертикального предания, просто несколько цитат из различных православных авторов предание, передача присутствия Христа, исполненного Троица. Это одно определение. Второе определение. Предание – это жизнь, личная встреча со Христом в Духе Святом. Предание не просто сохраняется церковью, оно живет в церкви, оно есть жизнь Святого Духа в церкви. Еще одно определение. Содержание предания распространение божества в тварном мире, то есть распространение богочеловечества. В этой перспективе можно сказать, что высший смысл слова «предание» почти сливается со смыслом слова «спасение». Предание – это жизнь церкви. Разнородное определение но нечто общее во всех этих и многочисленных других определениях, которые вы можете встретить в православной литературе, есть. Предание — это не информация. Предание — это не информация, это не слова. Предание — это жизнь. Жизнь Святого Духа в Церкви, жизнь Христа в Церкви, личное присутствие Христа в Церкви, даже в каком-то смысле спасение богочеловечества, но никогда не информация. Истина не сводится к информации, истина не сводится к словам даже к таким замечательным и значимым словам, как священное писание, и уж тем более истина не сводится к разным там трактатам, трудам и всему прочему, о чем долго и многократно спорили на Западе, выделяя там авторитетные, неавторитетные, важные и неважные предания. Православие начинает не с этого. Православие начинает не спора о текстах, Православие начинает с вопроса о жизни церкви и жизни Бога внутри церкви, и вот эта вот жизнь Бога внутри церкви и называется преданием. Здесь нужно просто остановиться и сделать одно попутное замечание. Вот это вот определение, которое я только что описывал, предание, как там жизнь Христа или жизнь Святого Духа в церкви, жизнь в церкви, это определение вы встретите ну, в современной православной литературе но это определение вы не встретите в дореволюционной православной литературе с чем это связано все с тем же самым западным пленением церкви во время западного пленения, там 17-19 век, западное определение предания, как некоторых источников информации, пришло в православную церковь, стало нормативным, вошло в учебники, вошло в катехизисы и так далее. И будете читать революционные учебники, богословские книги, катехизиса, и увидите вполне западное определение и вполне западные споры о предании. Но... Волна пришла, волна уходит и возвращается в восточное определение предания не как информация, а как переживание. Хотя, с другой стороны, волна ушла, волна вернулась, но так уж устроена церковь, что в ней почти ничего не пропадает, ни хорошего, ни плохого. И если однажды идея появилась, то как-то так потихоньку остаются приверженцы этой идеи. Поэтому сегодня... В православии вы можете встретить людей, понимающих предание как жизнь Христа в церкви, ну или какие-то другие вариации, и понимающих предание вполне по-западному, по-католически, как некий дополнительный источник информации наряду со священным писанием. Поэтому, если вы с кем-то вдруг решите обсудить тему предания, сначала разберитесь, во что именно в отношении предания верит этот человек. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, но возвращаемся теперь, собственно, к церкви и к использованию предания в церкви. А здесь, если мы говорим о предании, как о жизни Христа в церкви, важно ввести еще один термин, который часто используется так, в православном дискурсе, в том числе, когда речь идет и о предании, это термин «кафоличность». Кафоличность чрезвычайно интересный термин, интересный вот прежде всего своей этимологией, про развитием значения этого слова. Слово кафоличный происходит от греческого слова католика, от которого произошел термин католический. И первоначальное значение этого слова – всеобщий. В древности церковь именовала себя церковью кафолической или католической, ну это просто разные варианты произнесения одного и того же слова, церковь именовала себя всеобщей церковью, всемирной церковью. Э, просто такая историческая случайность, что после раскола за западной церковью в основном закрепился термин католическая, а за восточной церковью закрепился термин православная, потому что когда-то церковь именовала себя вся католической и вся православной и та и другая и кстати до сего дня и западная и восточная церковь в принципе называют себя католическая православная церковь ну не как официальное название но как осмысление своей сущности так вот церковь она всеобщая и это очень древний термин, но особенно в современном православном богословии вот этот вот термин кафолический вот так произносит, чтобы не портить с термином католический, хотя слово одно и то же. Так вот термин кафолический стал обозначать по не столько всеобщность церкви, сколько полноту церкви. Церковь кафолическая по той причине, что кафолическая церковь обладает полнотой. Церковь содержит сама в себе всю истину, всю жизнь, все спасение, все, что необходимо, в церкви есть. Это тесно связано с преданием, потому что предание ⁇ это жизнь церкви, это все, что есть в церкви. И вот церковь сама по себе кафолическая, обладающая полнотой, и здесь церковный народ в своей совокупности является носителем вот этой кафолической истины, кафолической полноты, она время от времени, в связи с исторической нуждой, в связи с какими-то сложившимися обстоятельствами, выражает вот эту вот истину в каких-то внешних формах. Например, в форме священного писания, в форме решений соборов, в форме произведений отцов церкви, в форме литургии, в форме канонов, в форме икон и так далее. Церковь постоянно выражает вовне вот эту истину. Но нельзя вот эти вот внешние выражения свести к полноте. Полнота не во внешних выражениях, полнота в самой церкви, обладающей преданием. А внешнее выражение это просто реакция на внешние обстоятельства и приспособление церкви а, к внешним обстоятельствам. А, чему это приводит? Ну, мы, следствий здесь, конечно, многое, мы об этих следствиях а, будем еще многократно говорить, а, но на практике. Если не касаться высоких материй, да не касаться вот таких более-менее абстрактных богословских рассуждений, а посмотреть на ситуацию с практической точки зрения, когда мне, как человеку, нужно сделать выбор, во что верить и что делать. А, Ведь, ну, понятно, что есть некая невыразимая кафолическая полнота у церкви, но я-то как человек, как я должен разобраться в истинности или ложности какого-то утверждения? Как я человека должен разобраться в том, что правильно и что неправильно? И вот здесь возникает очень интересный критерий. Так как подлинное предание ⁇ это жизнь Бога в церкви. И так как благодаря вот этой жизни Христа в церкви церковь обладает полнотой, так вот. Что считает правильным вся церковь, то и правильно. Что считает неправильным вся церковь, то и неправильно. Например, вся церковь считает, ну, православная церковь, конечно, вся церковь считает, что необходимы иконы. Церковь вся не может ошибаться. Если вся церковь считает, что необходимы иконы, Значит, это и есть выражение вот этой присущей церкви кафолической истины. И поэтому иконы необходимы. А не вопрос даже какого-то обоснования, хотя потом поговорим об иконах, об обосновании, обо всем остальном, но вопрос, то с чем согласилась церковь, то и правильно. А отсюда такое, вот, наверное, два практических следствие или две практических проблемы. Первая практическая проблема. Если вдруг что-то возникает новое и необычное, по поводу чего вся церковь еще не пришла к какому-то определенному выводу. Как решить, что здесь правда, а что неправда? Ну, очень просто. Подождать ли это лет 300, церковь разберется, я буду знать истину. Вот. Вторая практическая проблема, заключается просто в чрезвычайной негибкости церкви, потому что если то, что есть в церкви, ощущается как истинность, само присутствие чего-то в церкви ощущается как истинность, то даже вопросы, в общем-то, не касающиеся веры как таковой, практически не могут быть в церкви изменены. Помните календарь, помните церковно-славянский язык, ну вся церковь пользуется церковно-славянским языком. И вроде бы почти никто не решается говорить. А, ну нет, не немного. Некоторые решаются говорить. Но часть, не все решаются говорить, что это и есть вот церковно-славянский язык, что-то богоданное. А некоторые и говорят. Но тем не менее, раз вся церковь этим пользуется, я попробую изменить. Или календарь, или еще что-то. То, что есть, то и есть, и то и всегда сохраняется. И в этом смысле православная церковь готова накапливать но не готовы ни от чего накопленного за две тысячелетия отказываться. Так вот эта вот огромная масса и очень хороших вещей, и не очень понятно зачем нужных вещей, так эта огромная масса и присутствует. Просто потому, что когда речь заходит об авторитете, просто когда речь заходит о предании, просто когда речь заходит об источниках там, жизни, практики, благочестия, то источник Жизнь Христа внутри церкви, полнота истины внутри церкви, и значит то, что церковь принимает, то так оно и есть. А все остальные вещи типа Писания ⁇ это просто вторичные временные проявления в связи с обстоятельствами. Вот такая необычная система авторитета в православии. А чуть попозже мы поговорим о том, что же на это могут ответить протестанты. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.